Всемирный день донора, Международный день блогера и профессиональный праздник журналистов Башкирии. А еще день М. В Уфе прошла акция «Молодежь против вандализма». Участники флешмоба пели, участвовали в мастер-классах, делали аквагрим и, конечно, рисовали. Авторы самых известных граффити Уфы научили основам стрит-арта всех желающих. Как расписать стены и не нарушить при этом закон, узнала Алина Таюпова. Мелом, цветными карандашами и красками рисуют дети и взрослые. Гости праздника буквально расписали парк имени Ивана Якутова. Здесь состоялся художественный флешмоб. Это для совы. Надо сову. Так как у нас тема антивандализм, чтобы люди хранили природу. Вот только так и рисуем. Цветы, деревья, солнышко. Чаще всего люблю танки рисовать. Композиция – это бокал вина, лимон и шампанское. Под руководством двух Артуров, авторов уфимского Гагарина и танцующей девушки, гости праздника смогли порисовать в такой сложной технике, как граффити. Рисовал до этого. Иногда машины, иногда свое имя писал просто. Первый уличный стрит-арт Артура Нурадинова закрасили. Жители добились, чтобы его признали нелегальным. Теперь Артур рисует только законно. Для этого нужно создать эскиз и предложить его для реализации в администрацию города. Сегодня на празднике он учит ребят правильно держать баллончик с краской и воплощать задумку. Они хотят взять краску и красить просто. Наша задача – дать тем же детям цель. Хотелось бы, чтобы ребята, которые занимаются вандализмом, переросли этот уровень, и они, безусловно, я в это верю, могут делать очень крутые арт-объекты. Очень много в подъездах надписей, вот ремонт сделают, пишут всякие слова, матерные и так далее. Мы не любим, чтобы наш город как-то загрязняли и портили. Это просто бескультурное поведение. Можно классно, прикольно провести время вместе поиграть, порисовать, да, и, ну, не портить стены города. Следующий пункт нашего мероприятия, когда мы, наверное, попросим администрацию выделить нам места, где можно сделать какие-то культурные красивые изображения. День М. День молодежи, когда она через творчество выражает свою любовь к городу, учится сохранять и приумножать его красоту. Алина Таюпова, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.